базировать эти данные в разрезе административных районов. Харьков — большой областной центр. Мы видим карту в разрезе административных районов. Снижение за месяц – это социальное жилье минус 0,31%. Ну и, конечно же, давайте обратим внимание, что наибольше всего подешевело за месяц исследования недвижимость в индустриальном районе минус 0,34% и Основнянский район минус 0,34%. Меньше всего подешевело за месяц недвижимость в Шевченковском районе. Это минус 0,27%. Ну, в абсолютных цифрах доллары за квадратный метр можете прочитать.